Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 52 рабочей тетради по математике для 4 класса автора Маро. Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Чтобы найти вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Ну, а чтобы найти вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. Уменьшаемое 150, разность 80. Чтобы найти вычитаемое, 150 вычитаем 80, получается 70. Вычитаемое 143, разность 50. Находим уменьшаемое 143 плюс 50, получается 193. Вычитаемое 6117, разность 380. Находим уменьшаемое 6117 плюс 380, получается 6497. Уменьшаемое 4200, разность 800. Находим вычитаемое 4200 минус 800, получается 3400. Вычитаемое 350, разность 2540. Чтобы найти уменьшаемое 2540, прибавим 350. Получается 2890. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои.